Доброе утро моим подписчикам. На часах 7 утра. Наша семья только что проснулась. Хочу, чтобы вы провели наше утро с нами. Оливия уже улыбается. Детки сегодня с утра поели уже свое молочко. Вот мне Оливия отдает бутылку. Оливушка, тебе вкусно было? Да, вкусно. Да. Где Майлз? Майлз еще кушает. Да. Первый завтрак. Привет! Скажи привет всем. Привет всем. Как спалось? Зайчик, как спалось? Хорошо спалось? Да? Потепа, потепа. Ая-ба-я-ба-я. Чего ты рассказываешь там? М? Как тебе спалось? Хорошо? Оливушка. Майлз. Все, отдаешь мне назад? Не? Давай, давай вот так. Спасибо. Все, сдачу отдали, тару отдали. Теперь будем продвигаться дальше. Да. Ну что, буду умываться. И покажу вам свою бьюти-рутину по утрам. Какие средства я использую для умывания, какой крем. И дальше буду готовить завтрак, потому что в 9 часов завтракают малыши, и мы вместе с ними.
что, поехали. Как всегда, с утра занятия у меня. Самое главное – это помыть полы и позаправлять кровати. И потом можно идти и готовить завтрак для всех нас. А кто у нас тут покупанный? Кто, кого папа покупал только что, да? А Лилия, ты искупалась? Да, пока мама моет полы, папа купает деток. Итак, следующего пассажира понесли купаться. Масик, ты купаться пошел, да? Ну, давайте. Так, детвора, чем вы занимаетесь здесь? А? Вон сколько у вас игрух. Полно. Кто бы в них еще игрался, да, скажи? Да, машинка. Би-би, машинка, би-би. Ой, через 2 дня мы меняем квартиру. Переезжаем на новую. И я просто со страхом думаю, как мы все будем это паковать. У нас очень много вещей. Хотя у нас есть и своя машина, но все равно придется нанимать какой-то грузоперевозчик и перевозить мебель. У нас немного мебели есть. Как я не люблю переезжать. И я до сих пор себя не могу настроить на переезд. Не знаю, как вы настраиваете себя на переезд, если это нужно. Поделитесь в комментариях своими лайфхаками, приемчиками, как быстро собрать и упаковать вещи, чтобы выехать. Мне будет очень интересно почитать. Итак, что у нас сегодня на завтрак? Вчера я увидела очень интересный рецепт, который я сегодня хочу повторить. Называется рисовый пудинг. Вот, я записала его к себе в тетрадку. Да, я записываю рецепты в тетрадку. Мне так намного удобнее. Единственное, что в оригинальном рецепте яблоки, но у меня яблок нету, поэтому я буду использовать банан. Значит, ингредиенты какие у нас? Соответственно, банан. 1 яйцо, столовая ложка масла, панировочные сухари, которые я сама делаю на кофемолке, круглозернистый рис, 3 столовых ложки. В рецепте у нас стакан молока, но я использовала детскую смесь, размешала с водой. Здесь ровно стакан обычный, 250 грамм, просто этот стакан немного больше. И все. Значит, сначала нам нужно будет отварить рис на воде, потом добавить молока и варить все это дело 10 минут. Когда рис уже будет готов, то нужно добавить соль, но я соль добавлять не буду, это по рецепту соль и сахар, я ничего этого не добавляю, просто варю вязкую кашу из риса. Поехали! Так, значит, кладу рис. Он уже чистый. Заливаю водой. И ставлю на огонь. А тем временем я время зря не теряю. Извините за тавтологию, разбиваю яйцо. Нужно отделить желток от белка. Так, сливаем сюда белок. Сюда кидаем желток. Написано у нас в рецепте, что нужно желток размешать с сахаром, но
Как я сказала, сахар я не добавляю в детскую еду, поэтому просто хорошенько его взбиваем. Нам сказано потереть яблоко, но я разомну банан и перемешаю его с желтком. Так, я в блендере перебила банан с желтком. Вот такая масса получилась. Я немножко оставила банана, чтобы были кусочками, чтобы чувствовался немножко в пудинге. Мне кажется, так будет вкуснее. Да и дети у меня любят банан. Сейчас я жду, пока сварится рис. За это время нужно еще взбить до пышной пены белок, потому что мы его тоже будем добавлять к рису. Так, я взбила белок с горем пополам. Почему-то сегодня не взбивается. Не знаю, пыталась и блендером взбить, и потом вручную подбить. Все равно остался белок жидким. Ну, что есть, то есть. Также я залила молоко или смесь в рис. И теперь все это варится. Ждем готовности риса. Да, пока варится рис, есть время для кофе. Любите ли вы кофе так, как люблю его я? Вот наш рисок. Я не теряла времени зря и уже подготовила форму для выпекания. Я ее обмазала сливочным маслом, обсыпала панировочными сухарями. Так что сюда мы будем вливать наш пудинг. Покажу заодно, что у нас сегодня на завтрак. У нас тоже рис. Но называется «Остатки сладкие». Вчера муж готовил рыбный плов. Тут уже, конечно, рыбы нету. Но, вы знаете, очень вкусный рецепт. Когда первый раз Эммануэль предложил мне приготовить этот плов, я была настроена очень скептически. Но сейчас мне очень нравится это блюдо. Так что, если хотите, могу попросить его снять видео для вас, как он готовит это блюдо. А также вчера у нас были гости, моя подруга, и я пекла вот такие вот печенюшки. Они немножко подгорели, потому что я как раз с детьми была. Вот. Но они очень вкусные, с какао, с корицей. Я их не ем, потому что, как я говорила у себя в Инстаграм, я не ем мучного, и со вчерашнего дня я не ем ничего сладкого. Поэтому эти печенья были только для моего мужа, ну и давала немножко детям. Кстати, вы подписались на мой Инстаграм? Заходите, Cappuccino Twins, и подписывайтесь. Я выкладываю там тоже очень полезную, интересную информацию, а также рецепты. Так, каша готова. Я влила нашу смесь банана с желтком, а также я перебила белок, потому что тот мне не понравился. Этот намного лучше получился. Вот. И теперь все хорошо перемешиваем. Переливаем в нашу форму. Переливаем форму. Наш будущий пудинг. Духовка греется. Так, распределить немножко.
Все, теперь ставим в духовку. Так, я поставила наш пудинг. В рецепте написано выпекать 20 минут. Но будем смотреть по готовности. Написано главное, чтобы пудинг не покрывался коричневой корочкой, потому что, как известно, корочка не совсем полезна для организма, а тем более для детского. Итак, мой пудинг готов, но чуть-чуть подлип к форме, немножко, не критически. На вид не очень красивый, потому что банан потемнел. Слушайте, как Оливия кричит на фоне. Играется там они с Майлзом. Вот. Но как бы сейчас попробуем. Очень вкусно. Очень, как рисовая каша, но лучше. Так что сейчас буду усаживать своих птенчиков за стульчики для кормления и покажу вам, как мы кушаем. Итак, завтрак. Я немножко припоздала сегодня, потому что со съемкой всегда выглядит все намного дольше. Вы знаете, как говорят, мама-блогер, горе в семье. Это точно. Момент истины. Пробуем нашу запеканку. Она уже не стала такой красивой, как была, потому что я ее размяла ложечкой, чтобы она быстрее остывала. Так, Майлз, будешь первопроходцем? Подую немножко. Что-то он так недоверчиво на меня смотрит. А ну-ка. Вкусно? А? Должно быть вкусно, по идее. Яйца, рис, бананы. Как пошло? Оливушка, вкусно? Мась, как тебе? Новый рецепт. Быть. Да. Да? Одобрили? Ну давай еще. Ой, упала наша запеканка. Да, подожди, сейчас дам, смотри. Ам-ам, Мась. Угу. Ты мне даешь? Спасибо. И мама попробует, там всем хватит, да? Спасибо тебе, сынок. Спасибо. Вот так, ну какой сын. И накормит сразу заодно, да? Так, Алива. Сейчас подуем. То горяченько еще. Вкусно тогда. Да. На, зайчик. Ну что, хорошо пошла? Майлз поподбирал все крошки, значит вкусно. Да? Класс показываешь, класс. Класс. Так, будем мы завтракать. Вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Кстати, а что вы готовите на завтрак? Для себя, для своих деток? Поделитесь интересными рецептами. Если будет интересный какой-то рецепт, я приготовлю его и сниму на видео. Малютки смотрят мультики свои любимые. И потом будут идти спать. Я тоже немножко отдохну и буду готовить обед. Спасибо, что были сегодня с нами этим утром. Пишите свои комментарии. Интересно будет почитать, как у вас проходит утро с детьми или без. Подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч!
там говорил про сон? По-моему, кое-кто спать совсем не собирается сегодня. Да, Оливия? 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 Олива, она занята. Будет маме помогать видео монтировать.